Башкирское восстание 1704-1711 годов, так называемая Алдарщина или Алдар-Кучумовский бунт, надолго вывели Башкирию из-под властной вертикали российской администрации. Вплоть до 30-х годов XVIII века Башкирия де-факто становится независимой территорией. Понятное дело, что в это время башкиры не участвуют в походах русской армии. Однако это не значит, что их военная организация пребывала в это время в бездействии. В 1707 году войско Тархана и Батыра Алдара Исикеева наносит поражение правительственным войскам в сражении при Юрактау, где башкиры удачно использовали большие передвижные щиты, так называемые арбатура, то есть крепости телеги. Один из участников сражения сообщает, что повстанцы приступили и били на них из-за щитов, из луков и пищали непрестанно. Калмыцкое ханство в это время переживает пик своего могущества. Русское правительство активно использует калмыков в своих политических целях. Однако этим они наживают себе многочисленных врагов. Аюка сокрушенно писал канцлеру Головкину. «Ради многих российских дел воевался было с башкирцами, с крымцами, кубанцами, и донскими казаками астраханцы, и с казачью ордою, и с каракалпаками, и он и ныне все со мною неприятели». В конце 17 века разрозненные калмыцкие роды были объединены мощным правителем Тайшой Аюкой, который взял курс на создание кочевой империи в южной части, в северной части казахских степей. И, естественно, перед лицом вот этой надвигающейся экспансии, новой экспансии калмыков, башкиры и казахи младшего жуза решили объединиться. Калмыцкие нашествия в Башкирию оставили свой след не только в истории и фольклоре башкирского народа, но и в топонимике края. У подножья горы Туратау находится озеро, называемое Минг-Калмак, то есть тысячи калмыков, которые, по преданию, были истреблены в этом месте во время одного из сражений. Близ аула Юмаш, что в Баймакском районе Башкортостана, есть урочище Калмак-Кырылган, то есть место, где были убиты калмыки. Названия некоторых сел и деревень, таких как Калмаклар и Калмак, говорят о том, что ее жители являются потомками калмыков. В 20-е годы 18 века казахи подвергаются одновременным ударам с запада и с востока. Со стороны Джунгар и их родичей калмыков. Калмыцкий наён Даржа Назаров в 1724 году наносит ряд поражений союзным войскам башкир, казахов и каракалпаков. В урочище Узени Даржа Назаров разбил на голову напавших на него каракалпаков, киргизов и башкирцев. И в знак своей победы прислал астраханскому губернатору Волынскому в подарок 415 ушей человеческих. Сергей Соловьев. История России с древнейших времен. Этот союз, тем не менее, оказался непрочным. В 20-е годы калмыки Аюки нанесли несколько сокрушительных поражений объединенные войскам башкиры и казахов. Вынужденные подойти к самым границам Башкирии, казахи младшего жуза обратились к российскому правительству с просьбой о покровительстве и защите. Фактически это и стало основой для того, чтобы российское правительство обратило внимание на юг, на юго-восток. Инициатором принятия русского подданства был хан младшего жуза Абулхаир. Посредниками между ним и русским правительством выступили башкирские тарханы Алдар Исикеев и Таймас Шаимов. Однако в 1733 году правитель среднего жуза Шемеке хан, являющийся противником Абулхаира, отправил 10-тысячное войско на сибирскую дорогу Башкирии. Таймас Батыр собрался с башкирцами и тех идущих киргизцев встретил и разбил.
Так что ханское знамя и многих киргизцев побили и гнали до самых их жилищ. Тогда в поход пошел сам Шамикехан, но вновь потерпел поражение. Получены ведомости с Уфы из Казани, что та Средняя Орда хотела напасть на башкирцев в 20 тысячах человек, от которых башкирцев разбиты и осажены были, и тем принуждены просить подданства российского. Полное собрание законов Российской империи. В обоих сражениях башкирами командовал Тархан Таймас Батыр Шаимов. Тогда башкиры не предполагали, что их посредничество в налаживании русско-казахских отношений выйдет им боком. Организованная вслед за принятием казахами русского подданства Оренбургская экспедиция привела к новому башкирскому восстанию 1735-1740 годов. В 1735 году началась новая война, теперь русско-турецкая. Правительство принимает решение призвать 3000 башкир в армию фельдмаршала Миниха, отправляющуюся в Крым. Однако в Башкирии начались волнения, и мобилизация была сорвана. Восстание 1735-1740 годов было потоплено в крови. Одним из результатов его подавления стал указ императрицы Анны Иоанновны от 11 февраля 1736 года. Вот это вот неоднозначное положение башкир, когда они одновременно являлись и податным сословием, и в то же время обязаны были нести военную службу государству, естественно, создавало массу проблем, прежде всего, в управлении народом. Переломным в положении башкир следует считать указ 11 февраля 1736 года, проект которого был подготовлен главой Оренбургской экспедиции Иваном Кирилловым. Одним из ключевых пунктов этого указа являлось постепенный переход башкир на положение служилого сословия, с тем, чтобы служба их теперь уже носила более упорядоченный, регулярный характер, не под командованием, как прежде было, своих тарханов, а фактически подчинив военную организацию офицерам оренбургских укрепленных линий. Одновременно указ содержал в себе пункты, подрывающие военную мощь башкирского общества. Всех властей башкирцам, тептярям и бобылям ружье носить и с ним ездить и в домах иметь запретить под штрафом таким, кто поймает, тому лошадь пойманного, а ружье в казну. А тех пойманных ссылать в ссылку, включая башкирцев дальних зауральских, сибирской и ногайской дорог, ибо они с казаками непрестанно в драке. В Уфимском уезде и в башкирских жилищах кузнецов и кузнец не иметь, причем прежние указы подтвердить, дабы ружья и пороху, и свинцу, панцирей, сабель, луков, копий и стрел не возили и не продавали. Указ нанес тяжелый удар по военной организации башкир. Была, собственно говоря, изменена тактика ведения боевых действий. Она вновь вернулась к эпохе 17 века. Однако башкиры и в этом случае могли очень оперативно, удобно, быстро собираться, вести боевые действия. Хотя часть огнестрельного оружия башкиры сохранили. Оно было спрятано, и впоследствии в боевых действиях второй половины 18 века башкиры иногда возвращались к нему. Что интересно, правительство смотрело в этом случае сквозь пальцы на вдруг появившееся огнестрельное оружие и разрешало его использовать. Таким образом, правительство с одной стороны разоружало башкир, а с другой все активнее привлекало к несению военной службы. Цель этих действий понятна – ослабление и уменьшение численности башкирского народа в духе проекта казанского губернатора Волынского. В эпоху наполеоновских войн башкиры предстают перед европейскими очевидцами как экзотические, почти музейные экспонаты, в большинстве своем вооруженные холодным оружием. Однако в 17 и 1 треть 18 века все было по-иному. Тем не менее, наряду с разоружением шел параллельный процесс насаждения среди них войсковой организации. Данный указ стал логическим продолжением предыдущего и еще одним шагом по переводу башкир в казачество. С них снимался ясак, бывший одним из атрибутов их добровольного подданства русскому государству. Как гласит текст, данное решение было принято, рассуждая из того пользу, что они без платежа ясака единственно служивым будут, так как и казаки.
Указ 1954 года, отменивший ЕСАК, шел в рамках той политики, которую проводило российское правительство, начиная с Петра I. Унификация сословий, народов, с тем, чтобы не было серьезных различий в статусе, в сословном статусе отдельных народов Российской империи. Башкиры в этом отношении выбивались из тех законодательных рамок, которые были установлены, начиная с 18 века. Они одновременно и были и служилым народом, и ясачным народом. Однако традиционный подход российского правительства исходил из того принципа, что служилые люди, имея привилегии, никак не могут являться податными людьми. Однако башкирами этот указ был расценен отрицательно, поскольку они увидели в этом покушение правительства на вотчинные права, то есть на свое привилегированное землевладение, утвержденное еще в момент вхождения в состав российского государства. В 1755 году в Башкирии вновь вспыхнуло восстание, получившее в народе название Бурзянского бунта. В историографии его называют восстанием Батырши. Фактически этот указ стал первой ступенью перевода башкир в военнослужилые сословия, которое несло постоянную службу. Вот здесь необходимо отметить постоянную, ведь башкиры и до этого служили. А теперь уже, начиная с этого указа, башкиры ежегодно направляли свои отряды на Оренбургскую пограничную линию, закрывая юго-восточную границу России, и несли там военную службу под началом комендантов крепостей, военных начальников, и, собственно говоря, решали очень большую проблему для российского военного командования. Оно освободило свои регулярные силы от того, чтобы они находились на юго-восточной границе, и направила их на запад для решения внешнеполитических задач. Таким образом, данный указ, отменив в целом необременительную подать ЕСАК, возложил на башкир гораздо более обременительную обязанность пограничной службы. С этого же момента в официальное употребление входит название «башкирское войско». Теперь это были не отдельные отряды башкирских тарханов и рядовых воинов, время от времени наряжаемых на театр военных действий, а постоянно действующие войска, охватывавшие весь народ. Войско башкирское у прусских границ. Войну мировую затеял забияка старый фриц. Пруссаки бьют австрияков, саксонцев, французов. Побеждают союзников безо всяких конфузов. Кто теперь одолеет кого, пруссаки или русаки? Русакам ли бояться? Ударили в штыки. Король прусский бежал без оглядки. При Гросе и Герсдорфе сверкали его пятки. Гнали фрица башкиры, калмыки, мещеряки. С победою вернулись славные вояки.